И о спорте ровно через год. После перерыва из-за пандемии лучшие борцы страны вновь выйдут на ковер. Они будут состязаться за самый престижный титул «Казахстан-Барса-2021». В захватывающих поединках силами померятся 37 палуанов. Все они прошли жесткий отборочный тур в своих регионах. Соревнования в этом году будут проходить по новым правилам. Каким, расскажет Асем Кошегулова. Пожалуй, турнир «Казахстан-Барса» в этом году станет главным спортивным событием страны. После долгого перерыва он пройдет в июле в Нур-Султане, а пока палуаны усиленно готовятся. В перерывах между тренировками проходят врачебные осмотры и снимаются в презентационных видеороликах. Среди участников – победитель последнего национального состязания Айбек Нугымаров. Я думаю, в этом году турнир будет особенно интересным. Участники удивят разнообразием борцовских приемов, так как правила игры изменились. Раньше мы боролись 5 минут, теперь по правилам 4 минуты. За это время нужно успеть показать все свое мастерство и победить соперника. Сократилось в этом году и дополнительное время с 3 до 1 минуты. А еще борцы будут выходить на ковер босиком. Спортсмены уверены, что с новыми правилами состязания будут более зрелищными и захватывающими. Я с 2011 года мечтаю завоевать титул «Казахстан-Барса». Думаю, в этом году у меня все получится. Сейчас проходят последние тренировки. Пока все идет по плану. После долгого перерыва на ковер выйдет «Казахстан-Барса» 2017 года Еламан Конер. А еще дебютируют 11 палуанов. Отметим, в этом году состязание проходит в 10-й раз. И приурочены они к 30-летию независимости страны и 150-летию казахского борца Кажымукана Мунайтпасула. Асем Кошегулова, Жандос Айтбай, Нурдаулет Жаксыбаев, Хабар 24, Алматы.